И снова здравствуйте. Салам, достлар, нөбәте дәфәм. Good evening again. Добрый вечер. Ахшам нас хэйр. Сегодня я пришел на встречу с вами с двумя моими самыми любимыми азербайджанскими блюдами. Это на первом месте это плов, азербайджанский плов газмахом. Газмах это картошка с курицей. И долма, долма из виноградных листьев. Это просто объедение. С домашним майонезом, кстати. Потом скажу рецептик тоже. Друзья, я голодный, если честно. И жара у нас продолжается. Спасает только кондиционер. Так что давайте начнем, не мешкая. Деревянной ложкой буду кушать. Фотку профиля нужно сделать. Вот так. Так что начали, друзья. Начнем прямо с картошки. Картошку выкладывают на дно казана. На медленном огне она томится вместе с рисом и с курочкой. Оба блюда с курицей, друзья. И долма с куриным фаршем. И плов. А у нас вот на второе алыча. Холодный чай пьем. Газировки опять исключили из меню. Лето, жара, это вредно. Так, долму покушаем. Может, руками. Вот домашний майонез. Это называется свинюшка за столом. Долма сочная. Хотел откусить, показать вам середину. Вот так она потекла. Вот это самое толстое. Вкуснотища. Картошечку съедим сейчас. Угу.
могу кушать плов, друзья, я говорил уже, давние зрители знают, каждый день. Начался чемпионат Европы по футболу вчера. Естественно, я болею за сборную Турции. Вкуснотища. Некоторые начали уже созревать, они такие вкусные, сладкие. Холодный чай тоже очень приятный на вкус. Азерчай, кстати. Так, продолжаем кушать. Сам их лепил. Плов приготовила мама, а долму домашнюю. Ну и я тоже помогал лепить. Мать у нас, вот некоторые знают, я уже говорил несколько раз, она наша соседка, она живет двумя этажами выше. Домашний майонез тоже очень вкусно получился, друзья, хотя немножко жидковатый. Наверное, мало помешали. Вот ингредиенты я скажу сейчас быстренько. Два яичных желтка. Пол чайной ложки соли, пол чайной ложки сахарного песка, пол чайной ложки уксуса, 150 грамм растительного масла. Все, взбиваете это в блендере 3 минуты. Ну, по крайней мере, так написано в рецепте. Просто он получился жидковатым, поэтому я думаю, что, наверное, причина в том, что мало мешали в блендере.
картошка такая вкусная. Когда она вот так тушится под рисом, совершенно другой приятный вкус. Вкуснота. Так быстро кушаю. Друзья, футбольная команда, в которой я работаю, Физуле, которая выступает во второй лиге чемпионата Азербайджана, сегодня назначили нового главного тренера из Турции. Я пресс-секретарь команды, поэтому я сегодня эту новость по всем сайтам попросил, чтобы поделились. И вот к этому часу уже 10 или 11 сайтов поделились этой новостью, за что им премного благодарен. Вкуснота. Такая холодная из холодильника. Очень вкусно. Кислую я не могу кушать, она мне вот разрушает эмаль зубов, вот такое неприятное ощущение бывает, а вот сладкое когда нет, могу кушать сколько угодно.
Фу, друзья, больше не буду кушать. Для лета это достаточно. Наелся два таких блюда. Мои любимые блюда. Пока готовил, такой голодный был, как пока подогревал, что как минимум штук 5-6 съел. Долмы, наверное, из-за этого немного утолил свое чувство голода. Хуй, уже не могу дальше кушать. Жарко, сейчас включу кондиционер, пускай работает. А вам, друзья, спасибо большое за просмотр. Перед тем, как снять это видео, загрузил вчерашнее, которое снимал, там, где я кушаю дыню с лучой и торт с маминого дня рождения. Сейчас вот закончу снимать это видео, сяду и начну там читать ваши комментарии, отвечать на них. Так что спасибо, друзья. Всегда с нетерпением жду встречи с вами. Когда это затягивается на пару дней, скучаю, если честно. Вот как будто бы уже члены моей семьи, близкие такие, знакомые друзья, многие уже, те, которые часто пишут с ними практически, вот как будто стали вот такими друзьями, хотя и виртуальными. Но очень приятно, друзья, когда вижу, как вы пишете комментарии. Так что спасибо, тоже не скучайте, смотрите, встретимся в следующем моем видео. Пока, друзья.